Зоозащитники пытаются спасти котенка по имени Мультик. Несчастным животным играли в бейсбол в Липецке. Пушистого зверя подростки использовали в качестве мяча. Его подкидывали, били палками. Мимо проходили люди, но никто не обращал внимания на такое жестокое обращение с животным. На издевательство над котом обратили внимание только две женщины. Они забрали его молодых людей, 2 дня выхаживали самостоятельно. Они-то и назвали малыша Мультиком, дали ему эту кличку. А потом отвезли к ветеринару, который диагностировал у котенка перелом позвоночника. Но, скорее всего, никогда уже не сможет Мультик ходить. После котенка отвезли в Петербург на лечение, где теперь его обследуют неврологи.